Жителей и гостей краевой столицы приглашают на общегородской субботник, приуроченный к ежегодной октябрьской акции. Он состоится в пятницу, 12 октября. Как пишет «Комсомольская правда» на Алтае, акция приурочена к месячнику санитарной очистки. Жители призывают присоединиться и привести в порядок территорию у дома, школы, парка, сквера или берега реки. Напомним, месячник санитарной очистки проводится с 1 по 31 октября. Городские субботники будут проходить еженедельно в так называемые «чистые четверги». И вновь история о беспощадных сибирских медведях. Видео, на котором косолапый напал на бычка и потащил его в лес, снял очевидец несколько дней назад на дороге в горно-алтайское село Курмач-Байгул. Местные жители напуганы и говорят, что медведи агрессивные и голодные стали появляться в населенных пунктах Прителецкой тайги регулярно. Их очень трудно отпугнуть даже сигнальными шашками, пишут корреспонденты московского «Комсомольца» на Алтае. Напомним, совсем недавно в объективы камер наблюдения попал медведь, бродивший по автозаправочной станции. Артисты Алтайского музыкального театра станут участниками всероссийского фестиваля «Видеть музыку», сообщает официальный сайт правительства региона. Он пройдет 17 и 18 октября в Московском государственном музыкальном театре под руководством Геннадия Чихачева. В Москву уже отправили грузовые автомобили с декорациями, реквизитом, костюмами. Зрителям представят два спектакля – это мюзикл «Человек из Ла-Манчи» и музыкальную сказку «Маугли». Отметим, что во Всероссийском фестивале музыкальных театров «Видеть музыку» представители региона примут участие уже во второй раз. Год назад артисты Алтайского государственного музыкального театра представили в Москве мюзикл «Ползунов» и оперетту «Сильва». В Барнаульском зоопарке появился новый обитатель. Фотографии питомца делится Аиф на Алтае. Двухлетняя лисица приехала в лесную сказку из Большереченского зоопарка. Ее соседом по вольеру станет Бим, грузинская лисица. Имя новому обитателю пока не выбрали, поэтому предлагают это сделать всем вместе, а жители ждут варианты. Напомним, в этом году в зоопарке увеличилось количество зверей. Здесь родились пятнистый олененок, песцы, амурские тигрята и хорьки.